Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей наших каналов Гарри Юрий Табаха, моего Марии Максаковой в очередном и долгожданном выпуске программы «Американские горки». Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, прекрасно. Взаимно. Очень рада вас видеть. Вы в прекрасном расположении духа. Все в вас светится и говорит о том, что рейтинги, предсказания, прогнозы, в общем-то, как-то, знаете, чаша весов склоняется в пользу президента Трампа. Итак, готова ли у вас, Гарри, очередная горячая подборка свежайших американских новостей для нашей программы? Конечно, конечно, Мария. Я долго собирал это, потому что столько новостей, даже трудно выбрать что-то. Ну да, я в хорошем расположении духа, потому что все, как есть такая поговорка: дома даже что-то тебе помогает. Ну да, как я дома. Стены, да, лечат. Да, да. То уже, конечно же, лучше. Ну, понятное дело, что уже все обсуждения прошли. Самая главная новость в начале недели была это дебаты Венса с Вольцем. Ну, все даже демократические платформы говорят, что Венс победил, его увидели в другом свете, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я считаю, что разницы никакой в принципе нету. Люди, которые должны голосовать за Трампа, они проголосуют за Трампа, неважно что. А люди, которые хотят проголосовать против Трампа, там уже неважно, будет Камала Харрис, Вольц, Гитлер, Сталин, черт лысый. Главное, чтобы не Трамп, и тоже их переубедить невозможно ни в чем. Никаким результатом. Это неизлечимо, это болезнь неизлечима, это рак мозга, он неизлечим. Поэтому я думаю, что мы уже пойдем вперед, потому что новостей много. Также многие вот спрашивают, что же делать, как можно помочь в эти выборы, потому что, правда, тут у нас идет битва не за смерть, а за жизнь. Или не за жизнь, а за смерть. Я не помню, как правильно говорится эта поговорка. Не на жизнь, а на смерть. То есть это имеется в виду, что да, вот прям до исступления. Ну да. Так вот, значит, будет ссылка под нашим видео. Называется «Trump Force 47». «Trump Force 47». Там объясняется, можете подписаться. Это будет, как могут люди волонтерами, как люди могут помогать, каким образом. Угу. Помогать в этих выборах и участвовать. Ну и вторая, конечно, самая большая новость – это то, что Иран атаковал Израиль. В принципе, напрямую. Теперь открытая война между Ираном и Израилем. Запустили 200 баллистических ракет. От этих 200 ракет не погиб ни один израильтянин. Погиб один египтянин, один палестинец и 5 иранцев, которых запускали из... Ну и, конечно же, надо ждать ответа от Израиля. Все готовятся, что ответ будет жесткий. В этом случае президент Байден опять призывает, что они не поддерживают, чтобы Израиль отвечал. Макрон сказал, чтобы остановить любые поставки оружия Израилю. То есть Израилю можно только защищаться и только на своей территории, ну, в принципе, как и Украине, ничем сильно не отличается. А вот по врагу бить нет, это никуда не годится, это вам нельзя, это на вас не распространяется. Но я думаю, что и Израиль ведет, конечно же, войну и против хуситов в Йемене, и Сирии, русские базы отбомбил, и в Иране, и с Хезболлой, и с Хамасом, и в Газе, и на западном берегу Иордана. В общем, много фронтов, которые они должны сейчас воевать. Ну, а весь мир, Иран угрожает. Этому говорит, что если Израиль ударит по инфраструктуре иранской, то есть по нефтедобывающим, нефтеперерабатывающим, то есть отрежет их от денег, которые дал им Байден, то они, значит, будут бомбить и Саудовскую Аравию, и Эмираты, и даже Азербайджан. И даже Азербайджан. Да, вот. Они совсем вас утонили. Ну да, а мир сидит и смотрит, и ждет, пока вот Израиль все-таки сделает грязную работу за всех, за них, вместо того, чтобы организоваться и ударить. Да, огромная наша армада, 2 авианосные группы сидят там, и непонятно, когда летели эти ракеты на Израиль, помогали ли мы их сбивать,
говорят, что помогали там информационные разведывательные, но само сбитие должны были делать только израильтяне. Это значит ущерб только, ну, хотя бы финансовый, только Израилю. Мы не тратим наши ракеты на это. Хотя они угрожают всем. И даже обстреляли наш эсминец ракетами «Хуситы», и вот эти ракеты как бы наш эсминец сбил. Но еще не хватало, чтобы израильтяне еще и наши эсминцы охраняли. В общем, но президент Трамп сказал совершенно другую вещь. Президент Трамп сказал, надо ударить как следует по Ирану, чтобы им запомнилось это раз и навсегда, и чтобы они остановились, и поддержать свободный Иран и свободный иранский народ. Вот так реагирует одна администрация, и так реагирует президент Трамп. Гарри, если помните, еще буквально в начале наших с вами эфиров как раз были мощнейшие протесты в Иране против узурпации вот этих аятолл. Да, да. И мы с вами тогда, конечно, с большой досадой вынуждены были признать, что рука помощи не протянулась к протестующим в Иране. И многие пострадали, просто были казнены. Вот. И мне кажется, если бы тогда администрация Соединенных Штатов Белого дома, то есть, ну, демократическая партия, приняли бы другое решение, это уже было, вот сейчас бы это уже был Байден был, то тогда, наверное, вообще все бы уже было по-другому, понимаете? Конечно, все было бы иначе. Конечно, и эта проблема в том, что, опять же, Израиль лечит симптомы, он не лечит болезнь, то есть как и Украина. Ну, убили они Асвара, убили они Насралу. Но за место Насралы будет теперь Насала. Не Насала, значит, будет Наблевала. Еще кто-то будет. Ну, вы знаете, сейчас вот того, кто следующий, уже тоже нет. Он, да, уже ликвидирован. Ну да, он не хочет. Он как бы струсил и предал, и не хочет быть вот этим мартиром, не хочет быть святым. Но дело все в том, что все равно найдется. Эта террористическая организация заменится другой. Надо излечить рак, а не симптомы рака, которые излечает Израиль и Украина своими силами. Это должна быть международная коалиция. Это должен быть весь цивилизованный мир. И перестать финансировать их. Перестать. Откуда у Ирана столько денег? Потому что мы им передали $16 миллиардов. Администрация Байдена. Это потому, что администрация Обамы вошла в этот договор по ядерному оружию, где они могут это делать, и они получали, с них были сняты санкции. Это потому, что они занимаются и нефтью, и всем остальным с Россией, и передают России свои технологии, а России им передают свои баллистические ракеты и так далее. И я хочу показать карту, которая показывает, сколько у Ирана таких объектов на данный момент. И он заявляет: держитесь подальше от них, потому что это может их задеть больше, чем если бы тронули, скажем, нефтяной объект, который, на мой взгляд, тоже важен. Конгрессмен, я действительно думаю, что в данный момент в области внешней политики наш президент и вице-президент не знают, что делают. У Израиля есть право не только на существование, но и на защиту. И мы не должны им говорить и диктовать, что они могут и не могут делать. Они сами лучше знают, что важно для их национальной безопасности. И знаете, что было бы действительно здорово? Чтобы остановить или хотя бы замедлить ядерную программу Ирана. Как насчет того, чтобы применять санкции, которые уже существовали? Они зарабатывали всего $8 миллиардов в год, прежде чем Джо Байден пришел к власти. А теперь они продают нефть и зарабатывают около $43 миллиардов в год. Это дельта? Эти 35 миллиардов позволяют финансировать много убийств, хаоса и беспорядков. То есть мы должны излечить болезнь, вырезать скальпелем эту раковую опухоль, а не вот накладывать бендейты на эту кровоточащую рану, которая начнет кровоточить просто в другом месте. Но это пока мировое сообщество не решится, это пока не придет сильный лидер в Европе, и в Соединенных, ну и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. В то же время в Израиле тоже есть проблема. 200 баллистических ракет не убило ни одного израильтянина, а каким-то образом два араба, палестинцы смогли пройти на территорию Израиля, добыть автомат у солдата, зайти в трамвай, расстрелять там людей, убить 9 человек. И пока им не встретился какой-то резервист с оружием на пути,
они продолжали убийство. Убили одну женщину, по-моему, из Молдавии, которая закрыла своим телом своего грудного ребенка. То есть, почему до сих пор израильские граждане не вооружены? То есть, это должно было быть, что пока они вскинули и перезарядили автомат, их должны были уже уложить. Уже положить. Но в Израиле разоружили население. По какой причине? Это левые силы, вот эта вся идеология. Давайте концерт передвинем к ним, давайте не будет охраны, покажем, что мы кумбая добрые и мы доброжелательные. Но вы будете с крокодилом это делать, да, пока он вас не сожрет. И вот опять случилось то же. То есть 200 ракет не убило ни одного израильтянина, а два террориста убило 9. Их никто не мог остановить вовремя. То есть погибло 9 гражданских населения Израиля. Я был в Израиле в 70-е годы. Я помню, когда в Израиле все ходили с оружием. Все. Так почему сейчас? И мне многие израильтяне пишут, что это очень сложно получить разрешение на ношение оружия в Израиле. То есть израильские граждане, которые отслужили в армии, там нужен какой-то уровень 7. То есть ты должен быть спецназовцем или еще кем-то, чтобы получить разрешение на ношение оружия. Вот я сижу в Майами, мне никакого разрешения не нужно. Я хожу с оружием, мне никакой бумажки не нужно, если я гражданин и житель Флориды. То мне никакого разрешения не нужно. И что вы думаете? У нас нету таких проблем с оружием. А в Израиле... Знаете, раз уж вы коснулись этой темы, это также касается... Украины есть прекрасная инициатива у Чайкина. Я просто хочу напомнить нашим зрителям, что это тоже требует внимания, потому что Украина тоже достойна, и украинцы имеют полное право защищать себя, потому что это проявлено было именно вот в первые дни полномасштабного вторжения, когда раздали оружие людям, и не было никаких случаев использования каким-то неправильным образом или там каких-то нарушений. Напротив, все вместе объединились и дали эффективный отпор. Право громадян на збройний захист здоров'я, життя, власності, територіальної цілісності України, а також захисту від узурпації влади і тиранії має бути внесено до Конституції України. Долучайтесь. Разом переможемо. Я вас уверяю, что после украинской победы в Украине будут такие же террористические акты вот этими засланными, этими ждунами, этими коллаборантами. Будет тоже. И поэтому украинцам тоже нужно будет иметь на себе оружие, а не ждать, когда приедет полиция или армия или еще что-то. Знаете, это они говорят, ну у нас же есть полиция, у нас же есть армия, да, но у вас же есть и пожарная команда. Зачем иметь огнетушитель в доме, если просто, когда начнется пожар, звоните в пожарную, пожарную команду? Вот это. Ну и завершая тему с оружием, давайте еще поговорим про Пенсильванию и про охотников, которым нужно обязательно зарегистрироваться на выборах. Как мы знаем, Скотт Преснер ведет большую по этому поводу кампанию, довольно-таки эффективную. И, судя по всему, мы же видим, допустим, подсчеты, которые ведутся, ставки фактически, на Polymarket'е. И видно, что уже, наверное, в том числе благодаря деятельности Скотта Преснера, мы имеем уже 8 пунктов в пользу Трампа. То есть это серьезный... Пенсильвания – это очень важный штат, особенно Пенсильвания. Вот мне прислали, смотрите, какого мишку с глазом, с таким красным, со специфической прической. И сзади у него написано «Трампинатор», то есть «Трампинатор», «Трамп». Ага. Терминатор, Трампинатор. So I'll be back. Ага. Hasta la vista, baby. Да, hasta la vista, baby. I'll be back. Ну вот, бывшему президенту, или президент, бывший президент, не бывает, президенту Джимми Картеру исполнилось 100 лет. Дожил. Это никогда не был. Считался, что он самый плохой. Пока он не умер, можно о нем говорить плохо. Он считался самым плохим президентом, пока не стал Обама. Ну, а после Обамы стал Байден, а после Байдена вот сейчас, значит, Камала Харрис. У нас не улучшается. То есть часто мы говорили, что когда пришел Обама, это наш Титаник, Америка, ударилась об айсберг, наш Титаник. А когда пришел Байден, он взял и дал еще задний ход
А теперь, если придет Камала, то опять будет полный ход вперед. Ну, в общем, Титаник не удержится на плаву, считаю, что если его вот так вот бить все время об это. Но, значит, его сын, президента Картера, сказал, что он дал свое предсмертное пожелание. И его предсмертное пожелание, ну, Картер, да, он давно поехал мозгами, у него немного... Он давно такой пропалестинский, антиизраильский. И он, к сожалению, это очень сожалеет, потому что вообще-то многие люди не знают, что президент Картер закончил военно-морскую академию. Он должен был быть командующим нашего подводного флота. Он был подводником, он был профессиональным морским офицером и дослужился до капитана третьего ранга. И потом почему-то пошел в политику. Но и вот там он взял и сошел с ума. Ну, короче, он сказал, что он, его предсмертное желание – это дожить до выборов, чтобы проголосовать за Камалу Харрис. Явно не в себе человек. Ну, разгорелся у нас еще скандал на этой неделе, что муж Камалы Харрис, оказывается, побил свою предыдущую любовь до Камалы Харрис, с кем он встречался. Побил ей, сейчас много свидетелей есть, которые это видели, присутствовали. Ну и также, конечно же, скандал с ним был, что он свою служанку в предыдущей браке, она забеременела от него, ну и делала аборт и так далее. То есть человек, видимо, не очень хороших моральных качеств, и живет с Камалой Харрис, про которую частенько говорят, что человек страдает от алкоголизма или еще чего-то. Ну и слушая, опять же, я не врач-нарколог, я не знаю, как такие диагнозы ставить, но я могу сказать, что из моего опыта, когда я видел морского пехотинца, который со мной разговаривал так, как она говорит, или со своими товарищами, это было видно, что он сильно выпивший. Смех, это повторение одного и того же слова и так далее. Так что это в Daily Mail, такая у нас есть публикация великобританская, довольно-таки ответственная, вот она напечатала это про ее мужа, которого зовут Даг Эмхоф. В суд в Калифорнии, ну, понятное дело, что это в Калифорнии, во время футбольного игры в школе мальчик лет 12, чтобы поддержать свою команду, видимо, краски там были черно-белые, нарисовал половину своего лица в черный цвет, что это надсмешка над чернокожими было решено, на него подали в суд, его судили и сказали, что на него свобода, ну, как бы это свобода слова, то есть он может это делать, можно сжечь американский флаг, это свобода слова, сжечь флаг ЛГБТ, это не свобода слова. Вот суды в Калифорнии у нас решают, что свобода слова, а что не свобода слова. Антифа, когда жгет все и рушит все на своем ходу, или Black Lives Matter, это свобода слова. А он, мальчишка, покрасил свое лицо в черный цвет, это не свобода слова. И, в общем, у него над ним будет суд над этим. Но в это же время у нас есть такой человек, который лидер или глава Black Lives Matter. Его зовут, это он сам, конечно, себе придумал это имя, у него какое-то другое имя, а он себе придумал немало, немного такое имя. Сэр Маджор Рейдж. Он сэр. Он рыцарь. Но немало, немного, этот сэр, извините за выражение, не к столу будет сказано, спер 450 тысяч долларов в донатах, отмыл их. Он киданул 18 тысяч доноров. То есть, да вот, давайте люди деньги свои, знаете, заработанные, кровные деньги, бабушки, дедушки, давайте. Ну и за это он получил 42 месяца тюрьмы. Но самое интересное, что я посмотрел его фотографию, а он не черный, он не чернокожий. Может быть, он рыжий, и в нем есть наверняка какая-то африканская кровь, но как, допустим, там во всех ашкеназийских евреях есть испанская. Но это не значит, что ты испанец. И... наверное, у вас какая-то там баварская или, я не знаю, еще какая-то есть. Но это...
но он, ну, может быть, на латино смахивает чуть-чуть, но явно, что он сам, или он албайно, я не знаю, но то, что он не, вот, в нашем понятии чернокожий, нет. Ну вот дальше, что у нас со свободой слова происходит, что в Лас-Вегасе повесили на кране 6 тысяч паундов. 6 тысяч паундов – это где-то 3 тысячи, наверное, килограмм, 3-тысячно-килограммовую чучелу голова Трампа. Она там провисела больше суток и потом куда-то пропала. Вот это такое свободу слова. Взять, повесить такое огромное чучело президента Трампа, как будто он на виселице. Голова. Но никому ничего за это не было. А если вы сожгете флаг ЛГБТ или еще что-то такое, то, конечно, вас могут посадить. А у нас есть такая государственная организация, называется ICE. Это те, которые занимаются вот нелегальными иммигрантами, их бандитизмом, наркотиками, ловят их, отправляют их обратно. Сегодня они полностью не финансированные. И они сделали доклад. Это государственная организация. То есть это не частные, не государственные, а это полицейские. И вот они написали, что с тех пор, как Байден и Харрис пришли к власти, Соединенные Штаты Америки, только по их, то, что у них зарегистрировано, пришли 15 тысяч убийц, 20 тысяч тех, которые насилуют женщин, 60 тысяч грабителей, и всего вместе зарегистрированных преступников 435 тысяч, ну, осужденных преступников. То есть почти 500 000 преступников. И причем сейчас дает в Конгрессе показания командир этих отрядов полиции или пограничников, которые охраняют границы, что администрация Байдена их склоняла и на них выбирала, чтобы они это не объявляли, чтобы они это не показывали людям. Вот что происходит у нас в стране. Но я уже говорил, что я не знаю, я говорил, что наши три военных корабля были обстреляны и атакованы в Красном море хуситами. Ну, ракеты были сбиты, но ответку им не дали. Поэтому в такой ситуации, где мы только можем защищаться, конечно же, терроризм не остановится, а наоборот. Ну, активисты, вот это вот все, понимаете, это вот все люди, которые, про которых мы говорим, которые воруют деньги, впускают бандитов, с ними входят в заговоры, берут взятки таких размеров. Это все электорат демократов. Это все их электорат. Это все вот эти вот за равноправие, за то, чтобы поделить все поровну между всеми и так далее. Ну и вот такие же у нас есть активисты климата, которые вылили суп на картину Ван Гога. Протест климата, что за климат. И, в общем, ну им, правда, впаяли по 2 года. Илон Маск объявил, что это будут последние выборы. Если Трамп не выиграет, больше у нас выборов не будет. То есть у нас будет однопартийная система, и это наш последний шанс. И, кстати сказать, он сейчас вот в эти минуты, я так понимаю, стоит рядом с президентом Трампом на сцене. Да. По-моему, они все поехали в Пенсильванию. Да, и там проводят ралли вот этот, да? Да, да, да. Там, кстати, огромное количество людей собралось. Огромное количество, говорят, что там сумасшедшие. 45 тысяч докеров у нас вышли на забастовку. То есть 36 портов остановили свою работу. И если бы это продолжалось чуть-чуть дольше, то и тракеры тоже бы были на забастовке. И таким образом, ну, в общем, люди скупили всю туалетную бумагу, воду и так далее. В магазинах началась небольшая паника, но забастовка закончилась. Она не длилась несколько дней всего. Вышел whistleblower, то есть человек, который под присягой дает показания, whistleblower по affidavit, это называется. То есть он, если он обманывает, то он может попасть сам в тюрьму. Это очень такая опасная вещь, быть whistleblower'ом. Но все больше и больше их выходит. Как вот многие вышли, что ABC и другие телевизионные компании специально сделали так, чтобы подыгрывать Камале Харрис, а не Трампу. То есть продолжать вот эту дезинформацию
и делать все, чтобы Трамп выглядел плохо, в чем им очень здорово помогает украинская инфосфера, можно сказать. А вот Камала Харрис выглядела просто прекрасно. И вот вышел один whistleblower такой, и он сказал, что у Уолтса есть какие-то неправильные связи с Китаем. То есть идет расследование его в Китае. Ну и даже whistleblower вышел, сказал, что ABC все-таки дали вопросы, примеры вопросов, которые они будут задавать Камале Харрис. И то, что они специально обговаривали, что они специально... Ну, есть еще и записи такие секретные, что они обговаривали это и говорили, что fact-checking только Трампу. Все, что Трамп говорит, fact-checking сразу делают, а Камале Харрис нет. Ни в коем случае. То есть это все было подстроено. Суд у нас решил, что Сорос может купить, было подано в суд, что, мол, это он занимается монополией, хочет создать монополию. Но суд это отклонил и разрешил Соросу купить 200 радиостанций. То есть зачем Сорос сейчас покупает 200 радиостанций, что он будет вещать перед выборами целый месяц, всем понятно, я думаю. Но я думаю, что эти 200 радиостанций поможет примерно как же 200 баллистических ракет Ирана. Это не поможет. Вот этот Truth, который пытался убить президента Трампа, не признал себя виновным в суде. То есть будет над ним полный суд. Он не признает себя виновным. Также выяснилось, что... Ой, кстати, Дарья, у него какие-то очень дорогие адвокаты. Вам не кажется это подозрительно? А, это они объявили, что самые дорогие адвокаты Пенсильвании. Откуда у него деньги и кто это финансирует, непонятно. Но я думаю, что это выяснится. Это точно так же, как вот у этой женщины, которая не помнила, когда и точно где ее изнасиловал в самом дорогущем магазине Нью-Йорка, хотя она нищая, в раздевалке Трамп, но она точно помнила, что это он сделал, и, правда, даже не помнила год, в каком году это было. Вот у нее были тоже вот эти вот самые-самые дорогущие адвокаты, которые были проплачены демократической партией. Это, конечно, надо, как ты это запретишь. Ну и что у нас еще выяснилось? У нас выяснилось, что вот этот снайпер, который стрелял в Пенсильвании по президенту Трампа и попал ему в ухо, его убил не Secret Service. То есть первому по нему стреляли полицейские Пенсильвании. Был снайпер, полицейский в Пенсильвании, который бывший военный снайпер. Он сказал, что он услышал «пап», навел свое ружье, увидел, потом услышал второй выстрел, и он выстрелил в этого и ранил его. И он его ранил, тот откатился, и когда тот начал обратно пытаться дотянуться к ружью, убийца, тогда уже вот этот был выстрел, смертельный выстрел в голову от Secret Service. То есть Secret Service в какой-то степени промедлил эти мгновения? Ну, или Secret Service промедлил эти мгновения, или Secret Service его убрал. Смотрите, Secret Service убрал уже потом, когда тот катился назад, когда уже все понятно было всем, и тем более он был существенно ранен. Вопрос заключается в том, что почему не то, что на упреждение, что, наверное, должно было бы быть, но уже после звуков выстрелов, тем более после второго, странно, что устранял его фактически полицейские, а не Secret Service, которые там, в общем-то, должны были весь этот периметр, по идее, обеспечивать безопасностью. И Secret Service зачем-то его прикончил. А, вот это, кстати, второй вопрос. Да. По идее, его надо было бы допрашивать, в принципе. В принципе, да, но так, видимо, они не рассчитывали, что полицейский Пенсильвании был бывший снайпер морской пехоты, и он не замедлил, и как только понял, откуда идет стрельба, хотя, видимо, у него у Secret Service есть, они моментально знают, откуда летит. У них есть такие приборы, я не уверен, ли у этого полицейского был антиснайперский прибор, но, наверное, был, потому что он довольно-таки быстро после, по-моему, трех выстрелов он определил. И сразу же его ликвидировал. Он увидел, когда он еще раз попытается выстрелить, он выстрелил у него первый.
и ранил его. Видимо, ранил его тяжело, но тот еще шевелился и пытался как бы... И тогда Secret Service его и прикончил. Но смотрите, какой, тем не менее, видите ли, настырный. То есть он же раненый, и все равно лез обратно вот, к оружию, понимаете? Он же спасал мир от Гитлера. Вот опять же, вот эти либеральные, вот эти объединяющие, чтобы всех объединить, чтобы мы все были вместе, как они это говорят. Такой знаменитый ресторан. У нас есть Primanti Brothers. Джей Ди Венса они не пустили туда, хотя там его ждали его поклонники. Вот это объединяющее, чтобы видеть. Хотя Камала Харрис в этом ресторане была и обращалась к посетителям там. А Джей Ди Венса они не пустили, потому что они честные. Они хотят, чтобы все было поровну, чтобы все были друзья, чтобы человек человеку друг, брат и кто еще там. Это... И волк, судя по всему. Они то же самое, когда Камала Харрис в каком-то магазине, где продаются натуральные продукты и чаи, она говорила об объединении, о хилинге, о оздоровлении нации. Чтобы все американцы, чтобы не было вот этого раскола у нас в обществе. На двери было написано, те, кто поддерживает Трампа в этом магазине, они нежелательно, чтобы они заходили туда. «Комус хомини люпус эст», говорили древние римляне, и мало что изменилось, судя по всему, с тех пор. Да, какой-то эст там у них точно есть. Не, ну это того, потому что человек человеку волк. Netflix такая, значит, у нас организация есть. От нее стали отписываться, и от нее стали уходить люди после того, как они endorsed Харрис, как они поддержали Харрис. Вот видите, какие упрямые. Им в случае с Тейлор Свифт был недостаточен. Они хотели еще на собственной шкуре убедиться, насколько это чревато, да? Да. Вот, теперь еще что у нас произошло на этой неделе в стране. У нас произошла катастрофа, ураган сильнейший, который повредил в нескольких штатах, ну, просто разрушение ужасное. Это вот если на них смотреть, так это Газа, это Мариуполь, это Азовсталь. То есть все снесло, люди погибли, бизнесы, дома, все уничтожено. Но мы же Америка. И мы ожидаем такие вещи, они у нас периодически случаются, особенно на береговых районах. И для этого у нас существует такая организация с прекрасным и красивым именем ФИМА. Вот у ФИМы есть миллиарды долларов для этого, чтобы отстроить дороги, мосты, бизнесы обратно вернуть, дома построить людям обратно, дать людям помощь. ФИМА сказала, денег нет, но вы держитесь. А люди говорят, налогоплательщики говорят, где деньги, ФИМ? Он говорит, денег нет. Оказывается, эти деньги, миллиард, полтора миллиарда, сколько там, были переведены на помощь нелегальным иммигрантам. То есть нелегальным иммигрантам мы помогаем, а налогоплательщикам, американцам, которых снесло все, нету. Держитесь, братцы. Ну, конечно, Камала Харрис моментально отреагировала на это и сказала, что деньги выдадут этим несчастным людям. Выдадут. Те, которые потеряли дома, бизнесы, машины, разбитые дороги, им всем дадут по $750 на человека. Вы знаете, тут кто-то заметил, что вот это ее знаменитое высказывание, которое она везде повторяет, это, оказывается, прямая цитата Маркса. Ну, она же, ее отец преподавали марксистскую экономику, это все понятно, что она социалистка, коммунистка. В это же время президент Байден, который говорит, что он против наземной операции в Ливане, посылает в Ливан 150 или сколько, 175 миллионов долларов гуманитарной помощи. То есть он теперь помогает еще и Хасбуле. Хамасу помогал, помогали мы. Теперь Хасбуле мы посылаем деньги. А для наших граждан нет денег, которые пострадали в этой катастрофе.
Гарри, мы сейчас, кстати сказать, видите, пишем программу, можно сказать, ну, за два дня до страшной даты, до годовщины трагедии и террористической атаки, которую пережил Израиль. И, вы знаете, наверное, здесь стоит сказать и слова соболезнования, и поддержки, и в то же самое время напомнить, что не только граждане Израиля пострадали, очень пострадали. Весь Израиль в фотографиях заложников, которых по-прежнему не удается освободить. Это все чудовищно. Но кроме всего прочего, я просто хотела бы подчеркнуть, что на втором месте граждане по количеству, на втором месте граждане Соединенных Штатов Америки, на третьем месте Украина. То есть из, грубо говоря, иностранных государств Америка... Первая, получается, по количеству, вторая Украина, да, то есть, если так посмотреть на это. И я надеюсь, что соответствующие мероприятия будут проведены, чтобы мир помнил о том, что надо помогать заложникам, надо их вытаскивать, надо заниматься этим изо дня в день. Нельзя забывать или замалчивать. Это очень, ну, важная для Израиля. Это международная поддержка, которая должна быть. Да. И это прекрасно, и многие украинцы мне пишут, я уверен, всем нам пишут в поддержку Израиля, и молятся, и так далее. Но в то же время очень сложно объяснить американскому народу, израильскому народу, почему во время ООН, во время выступления премьер-министра Нетаньяху украинская делегация взяла и покинула зал вместе с арабскими, не всеми, но со многими арабскими делегациями. Как это объяснить? Опять же, вот эта вот дипломатия украинская необъяснимая. Но народ украинский явно тоже это не поддерживает. Я не знаю, почему это происходит, кто от этого получает какие дивиденды, смысл этого, кто, как Украина выигрывает от этого, непонятно. Но мы также пересылаем деньги, вы знаете, кому еще? Мы, помимо того, что сейчас администрация Байдена Харриса послала деньги в Бейрут, то еще мы посылаем, оказывается, деньги, мы продолжаем помогать Афганистану. То есть мы продолжаем... Ну, наверное, им же надо содержать как-то всю военную мощь, которую мы там оставили. То есть это значит еще туда. Ну и Пакистан, понятно. А вот союзникам своим и своим гражданам ФИМА ничем помочь им не может. Что, конечно же, сильно расстраивает. Ну, что из хороших новостей? Мы уже это говорили, что Насралла теперь опять глагол, что его больше нет, и он больше так не будет делать. И, ну, вообще операция, конечно, гениальна. Сначала они убедили всех, что все эти телеграм-каналы, все эти платформы все равно прослушиваются. Они перешли на пейджеры, они им продали эти пейджеры, потом они их долбанули этими пейджерами, потом они пришли на похороны вместе с walkie-talkies, они walkie-talkies долбанули. Когда они все собрались вместе, они решили вообще ничем не пользоваться, только говорить вот напрямую, собрались в бункере все вместе, и тогда израильтяне накрыли и этот бункер. То есть операция красивая. Молодцы. Здорово. Ни один день они над ней работали. И тотальная секретность. Представляете, сколько лет, какие молодцы. Ну и вообще это так. Такую многоходовку сделать. Ну и, конечно, я долго не спал. И переживал из-за этого. Но, слава богу, Гутьерреш. Его представили к Нобелевской премии за мир, так же, как и вот эту организацию УРНА, я ее называю УНРА, которая вот столько лет держит палестинцев в лагерях беженцев и не дает им оттуда уйти, потому что вот они тоже, и вот там, где эти все туннели были, через них весь этот цемент они получали от этой ООНовской организации. И вот, значит, в ООН теперь эта организация УНРА или УРНА, и сам господин Гутьерреш, надеюсь, получит Нобелевскую премию. Я думаю, что скоро просто, вот, наверное, Насралле тоже надо дать Нобелевскую премию. Я думаю, что господин Нобель ворочается в своей
в своей могиле. Хорошая новость, что есть девушка изидская, изидка, которую ИГИЛ когда-то выкрал, когда она еще была маленькая, продал ее в рабство. Это вот эти вот люди, кому мы помогаем, с которыми мы хотим договориться. Продал ее в рабство, из одного сексуального рабства ее продавали в другое. И в конце концов она оказалась в Газе, это вот с этими борцами за независимость, с женой какого-то террориста. Террориста убили, и она была выкрадена в 2014 году. Израильтяне сейчас ее освободили, и она вернулась к себе домой. Вот такая хорошая новость. Ну и еще хорошая новость, что 200 американских генералов и адмиралов в отставке написали открытое письмо в администрацию, там упоминается и Афганистан, ситуация наших вооруженных сил, насколько и что они полностью поддерживают президента Трампа. То есть вот, когда показывают одного или двух генералов, что они вот за Байдена против Трампа, так вот 200, а у нас не так много генералов и адмиралов. Отставных генералов и адмиралов писали, тоже у нас есть ссылка в нашей программе, где люди могут пойти и подписать, что они поддерживают этих 200, что у нас называется flag officers. Поэтому вот я считаю, что это хорошая новость, потому что военные обычно мы не ввязываемся в политические склоки. Но здесь, видимо, уже эти вояки старые не выдержали. И они против того, кто сегодня командует у нас вооруженными силами. Опять же, я просто хочу пояснить нашим слушателям, что у нас очень конкурентная ситуация, особенно среди даже сержантских званий, но среди офицерских очень конкурентная. То есть у нас считается очень удачной карьерой, если ты стал подполковником или капитаном второго ранга. В основном всеми кораблями у нас командуют и подводными лодками атомными, командуют командиры, так и называется, commanders, звание так называется, капитан второго ранга, вот капитаны второго ранга. Чтобы стать капитаном первого ранга или полковником, у нас это уже не избираются лучшие из лучших, потому что это невозможно сделать. Потому что из 10 командиров или 20 командиров ядерных подводных лодок выбрать одного, который лучше остальных 20, невозможно. Они все отличные. Из 100 полковников выбрать двух, которые лучше, чем все остальные, невозможно. Потому что если ты до подполковника дослужился и командуешь полком, они все достойные люди. То есть эти от полковника выше – это политические назначения. Это тебя назначают как там много политики уже. И вот что случилось, это то, что во время Обамы, обамовского периода, те, которые были политически корректны, там они подходили по цвету кожи или еще почему-то, их сделали там полковниками, генералами, а остальные, которым это не понравилось, ушли в отставку. Ваш покорный слуга тоже ушел в отставку при Обаме, при тем, как были созданы наши отношения с курдами, с правилами ведения боя, rules of engagement. При Трампе повернулось немного обратно. Он успел поставить хороших командующих. Но при Байдене и бегстве из Афганистана все разрушилось. И вот эти вот 200 старых вояк решили, что они должны что-то сделать по этому поводу. Ну что ж, отличные, отважные новости и прекрасные военные, которым не безразлична судьба страны. Поэтому, да, я напоминаю, что ссылка будет под видео, и можно будет поддержать добрым словом их начинание. Да. А мы с вами тримаем острі. Тримаем острі. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава, Марія. Ам Ісраїль хай. I'm Israel Hot. God bless America. God bless America. And make America great again. Fight. Fight.